Всем здравствуйте. На рыбалку мы сегодня отправимся. Баркас мой не затонул за ночь. Вчера я на нем тоже чуть-чуть не затонул. Бежит отовсюду, откуда может. Бежит прямо ручьем. Но ничего, успевал, в общем, черпать. Сейчас отправимся ловить карася огромного. Огромного карася. Но я надеюсь, что она маленько разбухла за ночь, лодка. И сегодня не так будет бежать быстро, как вчера. Торпедный катер, лодка с фанеры. Прошлый год рассказывал, не помню. Это якорь. До места, а тут недалеко. Там он, ворон с подружкой опять. Подружка все никак не может на это вот все постоянно к ворону и к ворону. В гости и в гости. Только одна кобылка перестала бегать. Как я ее называл, бесхозная. В течение месяца все к ворону. Блыковой соседней деревни. Такое чувство, что там даже не переживали иной раз. Две ночи у меня ночевала. Что у них есть лошадь, даже и не вспоминали. Эту-то хозяин стабильно забирает. Каждый вечер домой не ленится, приезжает, не ждет. Прошлый год я ловил вон там вот за камышом. Еще метров 20, наверное. От камыша, от края. В этом году тут быкался пока в костюме. По камышам. Мне вот тут место приглянулось. Не шибко вроде заросшее. Был я вчера вечером. Где-то 2,5-3 часа просидел. Поймал 3 килограмма. 300 грамм. Карасик такой мелкий. Ну как мелкий. Пойдет самое то. Карась самое то. Вот прибыли мы на место. Прибыли на место. Так. Сюда бросаем якорь. С этой стороны вяжемся. Ловить будем. Вон там все, камыш заходил. Килограммовики. Килограммовики. Сходят с ума у меня тут, похоже. Так, так вот. Что получится, не знаю. Но что-то все равно получится. Так что вот так вот. Вот так вот как-нибудь надо сделать, наверное. Тут волшебная у меня прикормка. Не знаю, что у меня камера снимает. Но будем думать, что она рыбу будет тоже снимать. Ах, тут червяки, если выжили. Если выжили. И хотел им еще отверстие вентиляционное сделать и забыл. Вот такая у меня удочка. Удочка, хитрый поплывок. Все хитрое, все простое. Главное, чтобы рыбу ловило.
нормально, поплавок у меня сегодня яркий. Вчера вообще не видно было. Я его в конце оторвал, потом зацепился за камыш. Камеры у меня вчера с собой не было, поэтому можно-то было рассказывать, что это клюнул килограммовый. И я его не смог сетовать. Так, вот так вот так вот. Как там меня видно будет, наверное, рыбу. Так. Удочка будет еще гнуться наполовину. Глубина примерно вот до сюда должна быть. Должна быть по вчерашним меркам. Прикармливать сразу не буду, наверное. Сейчас сначала забросим, посмотрим на червя, на обычного. Потом уже будем ловить на большого и на красного. Сегодня как-то мне так все простенько получилось. Вчера я тут припотел, пока добирался. Ну вот, в общем-то, и все. Что-то я, видимо, с глубиной сегодня путаю. Что-то, что-то. Травы же не наросло. Так, ну ладно. Много, так много, мы убавим. Эх, хитрый поплывок мой. Все, ребята. Забрасываем и ждем. Ну что, вот я, в общем, двух штук уже целых поймал. Таких вот карасиков. Или трех. Вроде двух. О, у меня тут водки можно уже ловить. Так, ладно, пусть плавает. Нам надо черпать. Бросил я в итоге прикормки. Непонятно. На прикормку подошел. Или так он по времени я приплыл. Вчера поздно, что он уже сразу клювал. А сегодня рано. И что-то мне кажется, глубина у меня сегодня тут меньше. А на вчерашней глубине трава цепляется с одного. В общем, вопросов больше. Чем ответов. Мне кажется, гораздо глубже у меня вчера было. Ну как гораздо, сантиметров на 10. Все, и снова рыбы нет, вот двух подряд. Поймал, думал, они тут сейчас друг за дружкой в очередь. А не тут-то было.
их, ладно, будем ждать. О, поклевочка, похоже. Поклевочка. Сошел. Травы опять сразу нацеплял. Похоже, похоже травой. Озеро за сутки заросло. Надо чистить место. А нет, трех я поймал. Вот он, третий. Выплыл. Ну вот, в нужное место только попадаешь. Сразу же поклевочка. Андатра у меня тут вчера плавала. Здоровая, здоровая. Одна маленькая плавала. И одна здоровая. Которая маленькая. Даже в лодку пыталась залезть, наверное. По дну брякала два раза. Потом он в том камыше сидела, кушала. Неужели, неужели? Надо волшебной, наверное, прикормки накидать все-таки. Черт побери, промазал. Объедение. Все, сейчас рыба оттуда сначала уплывет, и минут через 20 сумасшедший клев начнется.
Эх, блин. Неужто? Неужто нам повезло?